Резчик из Ханты-Мансийска Александр Рязанов поедет реставрировать Нотр-Дам. Напомню, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль, безвозвратно утеряна уникальная кровля, одна из старейших подобных конструкций. К работам по восстановлению пообещали привлечь лучших специалистов. Предложение от представителя ЮНЕСКО поступило и жителю Ханты-Мансийска. Мастер поедет в Париж осенью. Известно, что он займется реставрацией металла и дерева. Сейчас Александр Рязанов готовит документы и шлифует свой французский. Интересно, что кроме, собственно, персоны югорчанина, в столице Франции также будут ждать около 10 кубов лиственницы из нягани.